Я просто к тому, кого в 21 веке любят инвесторы. Вот. Так. Ну, гляньте, сколько тяжелых активов у традиционных ребят. Но вы видите, что стоимость компании, она совсем не связана с тем, есть ли у вас на балансе будинок. Вот. Ну, наверное, мой как бы финальный слайд. Не знаю, белорусская боль, мне кажется, и финансовая боль, и с точки зрения дизайна вопросы спорные. Ну, короче, это не вкладывайте в камни.